Эти кадры сняты в 1913 году. Москва встречает государя-императора Николая II. За статными фигурами едва виден невысокий человек в митрополичьем облачении. Беспристрастная камера зафиксировала его потерянность и какую-то ненужность в этой пышной процессии. Всего год назад, не по своей, а по монаршей воле, митрополит Макарий Невский возглавил Московскую кафедру. Это назначение стало для 77-летнего архиерея полной неожиданностью. Москва тоже его не ожидала и, как вскоре выяснилось, вовсе не хотела. Его сочли неинтересным, малообразованным выходцем из глухой Сибири, чересчур тщедушным и старым. Но уже тогда, при жизни митрополита, святым его почитали на Алтае, где он провел 36 лет своей жизни. Это не просто икона, а вот такой вот как бы вклад вот, в благодарность святителю Макарию, как наша любовь, признание святителю Макарию. До сих пор покровительство его, вот, нашей епархии, Алтайской епархии, Горно-Алтайской епархии. Каждая иконочка – это часть жизни святителя Макария, апостола Алтая. Митрополита Алтайского, пожизненный титул же был ему дан. Меня в этом храме в детстве. Но мне никто ничего не рассказывал про веру. У меня с детства в душе что-то такое было. Откуда-то она появилась, я не знаю. Мама ездила в Бийскую церковь и вот оттуда привозила просфор. Как бы с детства осталось такое вот яркое воспоминание просфор. Так, и запах ладана. Вот они такие кругленькие такие были ладанки. Их берешь в ручки, они пахнут очень вкусно. А как ребенок родится, бабушка это месяц два-три проходит, она по очереди это ездила, крестила с мамой. Всех же не повезли, везешь это виз, поэтому по очереди. Кто-то это осенью, кто-то летом, кто-то зимой, так мы ездили, это чащались и читала молитву. Но мы не знали, там маленькими были баловали, там стояли, она читала, она явилась. На алтайском языке у нас же есть молитва? Да, у нас есть, она читала на алтайском языке молитвы.
находимся на том месте, где речка Улала впадает в речку Майман. Место это знаменательно тем, что в 1830 году именно здесь архимандрит Макарий Глухарев, основатель Алтайской духовной миссии, крестил алтайского юношу Елеску с именем Иоанн. И именно это событие стало началом Алтайской духовной миссии. Святитель Макарий Невский был преемником и учеником преподобного Макария Глухарева. Святитель Макарий, он сам упоминает в некоторых своих словах о том, что вот он обязан ему, и есть вот это, ну, предание, может быть, действительно так было, что в самом начале миссионерского служения Макария Невского здесь, на Алтае, ему являлся преподобный Макарий, который еще тогда не был прославлен в лике святых. Но, тем не менее, Макарий Невский знал, что это его предшественник, его тезка, получается, по постригу. И воспринял вот это видение как благословение на то, что действительно он сделал правильный выбор. Здесь, скорее всего, подходят слова из Священного Писания о неком предизбрании определенных людей. Как-то это уже, наверное, не поддается человеческому осмыслению, но тем не менее мы видим, что на некоторых подвижниках, тружениках, которые, как правило, впоследствии и канонизированы были, особая печать, божественная печать, которая их делала теми, кем они смогли становиться в жизни в силу своей веры, своих усилий, поскольку, как в Евангелии сказано, не вы меня избрали, но я вас избрал. Если не святитель Макарий и другие батюшки, которые просвещали наш народ алтайский, то, конечно, у нас бы не сохранилось такой прекрасной веры, чистой веры, которая, мне кажется, пусть и многие там алтайцы говорят, что это не наша вера, вера это у нас там буддизм, мне кажется, именно вот эта вера чистая, прекрасная принадлежит нашему народу алтайскому. Представлял себя горный Алтай к моменту приезда святителя. Это была глухая сторона, область, где господствовало язычество. И само состояние, духовное состояние кочевого человека, оно не способствовало для духовного роста, для какого-то понимания себя в этой жизни и понимания Бога. Когда Макарий начал проповедовать, его могли убить. В принципе-то жизнь человеческая ничего не стоила. Владыка Макарий появился на Алтае в 1855 году, в 20-летнем возрасте, и сразу стал сотрудником, рядовым сотрудником, катехизатором в Алтайской духовной миссии. Помогал больным, простым алтайцам, помогал всем тем людям, которым была необходима помощь и которые нуждались не просто в какой-то материальной поддержке, а вот именно в поддержке духовной. Святитель Макарий понимал ответственность, ту ответственность, которую он несет для тех людей, которых уже покрестил, привел к Богу. Поэтому он наведывался и приезжал, преодолевал огромные расстояния. Даже, знаете, есть такие примеры, когда он укачивал даже ребенка. Вот когда мать
необходимо было заняться чем-то там делами, а младенец плакал, он просто укачивал. В чем была суть-то вот всего миссионерства алтайского? В том, что такими вот мягкими способами, мягкими методами привести языческие народы к истинной вере, для того, чтобы улучшить жизнь этих народов. И вот алтаец, который всю жизнь верил в языческих богов, который боялся вот этой стихии, и вдруг приезжает щупленький священник, один, против вот этого всего, на одной чаше весов озеро со своими бурлящими волнами, суровые ветры, стена тайги, и на другом проповедь. Священник доступным языком объясняет, что такое Бог, что такое вера, как нужно жить. И чаша весов качнулась в сторону. Чистота у него была, он чистый был, и он как ребенок был, он их и понимал. Он их понимал, любил их так, понимал. Уже никак не сыграешь. Никак не сыграешь. Никакая улыбка эта, никак не сыграешь. А они увидели душу, обожествленную душу, полную любви увидели. Понимаете? Вот они что увидели. Проблема, состоящая о том, чтобы привести человека к Богу, она остается всегда. И это главная часть миссионерства. Мы имеем общение с людьми, которые опять нуждаются в том примере, в примере образа Христа, образа любви, который дали когда-то миссионеры алтайские. Я не крещённая, на самом деле, я как бы есть Бог, в принципе, Ему надо верить, всегда поможет. Вот. И вот сильно у меня нету такого, что язычество, христианство, символы, в них очень сильно надо верить, на самом деле они помогают. Да? Когда они при себе, ты их держишь и чувствуешь их тепло, ты такую силу, ты кажешься таким сильным-сильным, действительно. Вот они рядом, мне помогают, я верю в них, значит, все будет хорошо. Семья, к сожалению, была неверующая. К Богу пришел я в 2001 году, где-то так. Семья у меня была, к сожалению, неверующая. И отец у меня вообще был коммунистом, как раньше у нас. Почти поголовно все мужики были или коммунисты, или комсомольцы. Но я тоже бывший пионер и комсомолец. Вот что, ну, нас никто не спрашивал, хочешь ты, парнишка, быть комсомольцем или не хочешь. Иди в комсомол поступай. Если ты не вступишь в комсомол, значит, ну, с тобой уже будут такие какие-то другие там отношения и так далее. Но к вере-то, конечно, мы как бы на тот момент мы не задумались, к сожалению. Мы живем, доживем. Нам сказали, что нету Бога, вообще забыть, что это такое, вам там кто-то что-то наговаривает, там, бабушки, дедушки, а вы верите. Ну вот. У нас родители 11 детей, 10 братьев, одна сестренка у нас. Вот после меня почти все священники, я пятый. Хотели всех нас забрать в интернат тогда, потому что мы в храм ходили, были неугодны директору школы. Он приходил, за волосы вытаскивал из храма, в школе издевался. Какой, ах ты сукин сын, вот у него первое, что было на устах, это директор школы. Мать-героиня, звезда-герои, три ордена у мамы было. Понимаете, отец фронтовик. Я когда был игуменом в Тобольске, преподавал, управлял хором, и приехал домой к родителям, и поехали к директору школы домой, а он уже был на пенсии. Приехали, я игумен, крест с украшением, вышли и с братьями, и он зашел домой и закрыл дом.
Я подошел к дверям, стучусь молитвами: «Святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас». А там ни гласа, ни послушания. Я еще раз говорю: «Иван Васильевич», его фамилия Серебряков. А он мне за дверью говорит: «Что, приехали бить?» Я говорю: «Бог с вами, Иван Васильевич. Христос посреди нас». Говорит: «Что?» И он вышел. Я ему сказал, говорю: «Иван Васильевич, вам бы в храм пойти. Пойти помолиться». Тот хотел, чтобы только правда в храм сходил. Он помолился, поплакал, попросил, примирился бы с Богом. Святитель Макарий Невский, наш святой угодник Божий, приехал сюда, в Чимал, в 1861 году юным иеромонахом. Здесь до него был иеромонах Иоанн. Иеромонах сказал, что здесь бывает страшно, когда ветер дует, когда свистит, трещит. Святитель Макарий сказал: «Да разве с Богом что? Страшно». Вот с такой любовью он приехал, и эту любовь он пронес через всю свою жизнь. Патмос назван по тому Патмосу, на котором Иоанн Богослов написал «Откровение». Остров Патмос еще сейчас называем островом святителя Макария, потому что на этом острове он молился тоже апостол алтайский, святитель Макарий, проповедник Христа. Приехал, ну, по сути, нацелен собирать, ему людей негде было для того, чтобы вести беседу. Ну, вот зимнее время, все-таки холодно. И он придумал такую форму. Каждое утро, то есть переночевал у себя в этой келейке, каждое утро шел в юрту, в заранее определенную, договорившись с местными жителями, куда подходили и другие жители. В этой юрте он читал, учил, проповедовал, учил читать местных жителей. И так каждый день происходило с утра в течение нескольких часов по предварительной договоренности. Года, я тут сюда тянуло. Здесь вот девственная красота и чистота. Понимаете, как Господь создал, так все и осталось. Понимаете, да, да? Подходит ко мне владыка и говорит, вот Антоний Гурьевский, говорит: «Сергей, тебя там владыка зовет». Я пом-пом-пом-пом-пом. Кто такой, что такое, что? Он говорит: «Да я вот решил переехать сюда жить». Он говорит: «Ну, поеду, хорошо, значит, жить, а послужить?» Я говорю: «Я не готов». А мы, говорит, все не готовы. Простите меня. Он говорит: «Ну, приезжай». И вот меня там, сказать,
раз и быстренько, так сказать, дали. И руку положили в одеяко, а потом и в одеяко. И то мы не задумывались особо о вере. Жили, старались, как все. Вот. Но потом вопрос все-таки этот поднялся во весь рост, когда мне уже было около 20 лет, да, 20. Как бы первые такие скорби житейские, можно сказать, мои личные. Вот так Господь судил, чтобы мне стать священником. Я, конечно, не сразу. Я вот на третий раз только согласился. Первые два раза я избежал. Я не хотел этого. Ну, Господь, видно, судил иначе. И я думаю, насколько можно испытывать Божье долготерпение. И согласился. И вот теперь стараюсь по мере сил. Здесь несу свой крест, свое послушание. Меня председателем приходского совета вновь создаваемого прихода избрали владыка. Чай. Максим начал, как говорится, на меня, ну, грубо говоря, наезжать. Давайте рукополагать вас. Я говорю, да какой я священник, ну, уже пенсионный возраст у меня. Уже на пенсию выходил. Ну, он мне в течение 2 лет. Все. Уговаривал, прессовал. Не боитесь, что Господь вам руку свою протягивает, а вы эту руку отвергаете. И тут я маленько задумался. Ну, согласен. Когда приехал сюда, на территорию Горного Алтая, изучение языка местного населения для него вылилось в огромную проблему. Он никак не мог понять, абсолютно не... и молился и день, и ночь. И вдруг потом, в один прекрасный момент, на него снизошло озарение. Он стал понимать и стал говорить. То есть, ну вот здесь вот даже тоже просматривается промысел Божий. В том, что вот человек не просто, он всей душой, всем сердцем хотел этого. Церковные книги такие, как «Псалтирь», часть Евангелия, все это было переведено на алтайский язык вот благодаря стараниям святителя Макария Невского. Письменность на основе русской графики, она называется миссионерская. Она и сегодня носит такое название. Вот святитель Макарий, например, они выпустили азбуку алтайского языка. Интересная такая была азбука. Она была характерна тем, что она начиналась на алтайском языке, там тексты на алтайском языке шли, добавлялись уже русские тексты, и получалось, что русские дети изучали алтайский язык, а алтайские дети изучали русский язык, а так они вместе в одной в единой семье вместе учились, вместе играли, то есть вот такая любовь, дружба христианская между ними происходила. В семинарии мы преподаем алтайский язык и культуру Алтая, предмет. И этот специальный курс, он позволяет нашим студентам не только заниматься языком и культурой, но и вносить посильный вклад в перевод. То есть это молитвословы, некоторые богослужебные тексты. Мы не только переводим, но и издаем.
и ни в коем случае не продаем, а распространяем. Для сельского населения, коренных алтайцев, это очень доступно и достаточно ценно. По нашему благословению, часть богослужения в приходах с преимущественным населением алтайцев совершается частично на алтайском языке. Вот, я думаю, что это тоже, как бы сказать, безусловно является миссионерством. И когда причащаешь, говорит, причащается там младенец или отрок, а потом в конце на алтайском языке говоришь «целуй», ну, чашу целовать. «Ухчо!» И когда говоришь на алтайском «ухчо», а ребенок слышит на алтайском языке и глаза поднимает, думает, кто там говорит на алтайском языке. И так улыбается, сразу смотрит на тебя и сразу же улыбается, уже как бы по-свойски. Даже вот сам по себе, знаю, когда выходишь и вместо слов «мир всем», когда благословляешь, говоришь «он чё горго, о мир был сын». И они все, ну такое... Ой, такое, ой, понимаете, и на руки, руки на груди складывают, и все, радость такая. По промыслу Божию святитель Макарий обретал все новые и новые ответственные должности. От миссионера он стал помощником начальника алтайской миссии, заведующим первым увалинским миссионерским училищем, потом епископом бийским. Круг вопросов, которыми он занимался, неизмеримо вырос. И вот сейчас мы находимся с вами на территории бийского архиерейского подворья, уникального на Алтае и в Сибири памятника архитектуры, истории и культуры. Первым насельником архиерейского дома тогда, в 1888 году, и стал святитель Макарий Невский. Именно его трудами созидался архиерейский дом, где находилась до революции архиерейская кафедра. Здесь он жил, здесь он занимался административной работой, здесь он сочинял свои духовные труды и поучения. Во время руководства Алтайской духовной миссии за каких-то 7 лет удалось на Алтае возвести около 200 храмов во времена как раз деятельности Макария Невского, открыть несколько десятков церковно-приходских школ и училищ, основать приюты. Было в городе Бийске на архиерейском подворье открыто миссионерское катехизаторское училище, которое здесь основал святитель Макарий Невский. Училище готовило качественные кадры для алтайской духовной миссии, священные церковнослужители, миссионеров, переводчиков с алтайского на русский язык и с русского на алтайский. Курс обучения составлял целых 10 лет. Преподавали несколько иностранных языков. Это училище нашему государству, Русской Православной Церкви, дало больше 400 высококвалифицированных миссионерских кадров. Плюс практически вся местная интеллигенция прошла через катехизаторское училище, бийское катехизаторское училище. Ну, из алтайской интеллигенции стоит отметить протоиерея Михаила Волкова, воспитанник миссии, переводчик, священником стал, писателем, он очень хорошие, интересные басни писал. К началу 1910-х годов, по статистике, 3/4, то есть 75% сотрудников алтайской миссии – это были выходцы из коренного населения. Централизованных средств, ну вот как Синод там, или еще или государство, не выделялись. Деньги на строительство вот этих всех учреждений, это десятки тысяч царскими рублями, были найдены святителем Макарием. И сегодня здесь, в этом церковном здании, снова находится учреждение православного образования, Бийская православная гимназия во имя святого праведного отца Иоанна Кронштадтского.
статус нашей гимназии. Это же православная гимназия. И вот носить вот эту вот форму, это же честь такая, то, что вот красиво так. Больше получаешь знаний. Дополнительные предметы же тут преподаются. Основы православной культуры, основы православного мировоззрения. У нас есть музыкальное образование специальное. Не только там изучаешь обычные уроки. Святитель Макарий Невский – это тот человек, который превратил Алтай, забытый тогда Богом, совершенно в другой, по сути, регион, православный регион на рубежах российского государства. Всю свою любовь, все знания дать народу, церкви отдать. Вот так поступали наши миссионеры. Сейчас тоже есть такие батюшки, тоже есть святители, есть архиереи, есть тоже есть. Как раньше, так и сейчас есть люди, которых можно назвать тоже подвижниками. Ну, тяжело, конечно. Дело в том, что вот здесь окраина. Здесь дальше уже, видите, ни дорог нету. И здесь все дефицит, понимаете, все буквально, чтобы что-то добыть, что здесь, допустим, там, ближе к центру, там, пошел по магазину, приобрел, все, а здесь везде, даже вот простые пуговицы здесь, понимаете, дефицит. Побывал и на Святой Земле, и был, так сказать, и в Грециях, и на Афоне был. Да, конечно, на фон бы хотелось бы попасть, но это еще надо заслужить же, правда же, да? Да, поэтому для меня здесь. Я здесь пещерку буду рыть где-нибудь, знаете, когда, чтобы спасаться, да? Моя задача была построить храм, школу, приход организовать. Это я для тебя лично, вот, как говорится, поставил храм в честь преподобного Макария Алтайского. Апостол Алтай, естественно, это как создавался, как памятник всем, кто трудился на ниве просвещения Алтая. Всякие нужны священники, и строители, и проповедники, и духовники. Мы же не знаем, раз призвал Господь, значит, для чего-то нужны мы. Ощущаю себя на своем месте здесь, потому что во мне есть и русского, там, у меня по отцу, вот дед, отца дед был священником, это я узнал недавно. И в то же время во мне вот алтайская жила. И вот я считаю, что я как бы в самом нужном месте здесь пересечении. Вот мне близко и то, и это. Алтайский народ, он мой народ. Вот, близок мне. И в то же время русская культура, в которой мы вообще все. Поэтому здесь не разорвать, не разъединить, не разделить. Вот. Если бы не удалось все-таки Алтаю, коренным жителям Алтая, войти, ну вот как бы породниться с русской культурой, в том числе и навеянное православием, то алтайские народности, многие просто бы исчезли бы с лица земли. На сегодняшний день, например, себе и представить нельзя даже то же самое, что алтайский язык, например, нельзя было бы ввести в компьютер, да? То есть, если бы вот мы не писали на русской графике, а на какой-то там другой, например, да, то достаточно сложно бы все это было. То есть мы уже смогли приобщиться к мировой культуре. Во второй половине XIX века произошла консолидация вот этих всех племен кочевых в одно понимание – алтайцы. Говорили об алтайцах как об едином целом, о государственности. Вот первые шаги государственности вот благодаря святителю Макарию.
святитель Макарий Невский первый раз стоял в Алтае в 1891 году, когда стал епископом томским. Потом он оставил Алтай и Сибирь в 1912 году, когда стал митрополитом московским. Но по большому счету Алтая он не оставлял. Когда пребывал Макарий Невский, будущий уже митрополитом московским, на Алтай, его с большим трепетом здесь встречали и со слезами провожали. В 1914 году весь город Бийск, все 30 тысяч людей собрались на набережную, чтобы на пароходе в летний июньский месяц встретить святителя Макария. Когда стало известно жителям одного из селений, кочевникам, причем, что вот будет ехать святитель Макарий, они вышли на эту дорогу верстовую и вышли встречать. Ну, чем они могут встретить? Ведь они бедные, ну, кочевники есть кочевники, ни магазинов, ничего же нет. И вот они решили, что нужнее всего путнику? Конечно же, вода. И они решили встретить святителя Макария с ведром воды. Но самое интересное была реакция святителя. Ведь он нашелся, как в евангельском свете увидеть вот эту ситуацию и ободрить тем самым самих вот этих вот людей, которые по простоте своей вот так встречали святителя. Он сказал, что в Евангелии сказано, что если кто-то даст алчущему стакан воды, ему большая будет награда, а вы вынесли целое ведро. И вот по воспоминаниям, как встречали его здесь, даже шаманы приходили. Это был июль, это была середина лета, но для них это было как праздник, как Пасха. Знаете, действительно, он же приезжал, митрополитом приезжал, верхом на коне ездил. И так как он любил алтайцев, вот этой такой любовью простой, просто даже улыбались многие, думали, как так, митрополит верхом на коне, а это у него, ну, такая простота была, старческая простота была. Это только мог старец понять, вот, отцовскую старческую любовь. Будучи студентом, воспитанником московских духовных школ, приобрел словарь атеиста советского издания, где написано было о союзе воинствующих безбожников. И когда читаешь там вот Ярославский, Мине Израилевич Губельман, вот, когда составитель он так называемой лже-литургии, это сценарий, который завершался службы, как заставляли этих участников этой так лжеслужбы антиминцами полы мыть. Антиминцами, святое святых. А с храмов много было, собирали. И вот кто мыл? Вот молодежь, понимаете, все, понимаете, какая ситуация? Это было кощунство. Вот они-то и переодевались, они танцевали, они играли в эти службы. Страшное было, очень глубокая была нанесена рана. А что творится сейчас в современном мире? Мы слышим, видим, что там, в другом месте, еще где-либо спиливают, срубливают кресты. Кто это делает? Те, кто питает ненависть ко кресту. А кто питает ненависть ко кресту? Это враги Божьи, дьяволы, его приспешники. Вы слышали о церкви сатаны? Вот представьте себе, это молодые люди, которые берут на себя обязательства, да, во всем, так сказать, нарушать все заповеди Божьи.
носить на себе крест, погребальный низ, распятый головой, так сказать, да наоборот делают. И сейчас, когда мы видим оскорбление матери церкви, поругание святынь, это глубочайшая рана. И церковь делает все, чтобы удержать гнев, удержать расприю. Сейчас вот за 100 лет прервалось, да? А тем не менее вот чуть послабление пошло сразу, раз, возрождение. 30 тысяч храмов за 10-15 лет построено заново. И только церковь, вот только дали чуть-чуть свободы, она от отметки, близко стремящейся к нулю, вдруг поднимается, развивается, распространяется, возрождается, вот как мифическая птица Феникс из пепла. То есть это единственная какая-то, ну так выражаясь, общественная структура, которая в годы всеобщего развала и упадка вдруг поднялась. Но по милости Божией мы знаем, что это нужно время, это нужно подвиг, это нужно труд современного духовенства нашей церкви. Прихожу, а там батюшка вот как раз поменялся у нас. И вот он выходит так, интересно так смотрит, с баночкой железной. Ну я помню, что что-то батюшке, надо помочь. Я говорю, батюшка, можешь им помочь? Ну вот он говорит, ты сможешь. Вот, говорит, возьми, говорит, вот эту вот железную баночку, спустись, открой печку, набери оттуда углей для кадила. Ну и вот я спустился там, набрал, в общем, этих углей, батюшке принес, и вот с тех пор я стал батюшкой пономарем. То есть, ну, 2001 года, вот так вот. Ну и жена вся, все верующие. Трое детей у меня, на все ходят, да, он Демьян у меня, вот сын, он тоже уже батюшке помогает. Почти к 40 годам я, вот, допустим, мне батюшка как окрестил, ты что уже? Уже 5 лет скоро. Ну, а раз мы стали ходить в храм, то естественно, что мы стали уже больше и узнавать насчет всего, и Святое Писание, и Евангелие начали уже конкретно, уже как вот уже, вот оно, Святое Писание перед тобой, и ты уже читаешь и уже что-то уже понимаешь уже как бы больше. Вот нормальное положение — это когда церковь и государство существуют рядом в симфонии, но не смешиваясь, не разделяясь. То есть есть симфония, есть понимание. Вот сегодня, например, Русская Православная Церковь является союзником российской державы. То же самое, интеллигенция, снова те же головы, которые умные, да, как они считают, духовно развитые, которые вот нас с телевизора все время пытаются учить. Именно учить. И они вот, они же и подрывают это все. Как раз Москва-то и не приняла святителя Макария, вот потому что интеллигенция, аристократия как раз тьму перепутали со светом и просто не могли вот это возместить. Он вот имел мужество и верность оставаться в том числе и верным слугой государя. То есть он же тогда, когда появился манифест об отречении государя от престола, святитель Макарий не признал этого отречения. Макарий Невский, монархист и государственник, был низложен атеистической властью Временного правительства сразу же за Февральской революцией. Случай небывалый, потому что московские митрополиты по своему статусу никогда не увольнялись на покой. Ночью в грязной повозке окольными дорогами его увезли в Николу-Грешский монастырь. Там, в укромной монашеской келье, тихо угасал величайший светильник русской церкви, кроткий и благостный старец, митрополит московский и коломенский Макарий, апостол Алтая. За стенами еще не закрытого монастыря свирепствовала первая в России перестройка. Февральская и Октябрьская революции, кровопролитная гражданская междоусобица, тотальное истребление духовенства.
два святых, встреча при жизни двух святых, двух светильников. Это была обоюдная просьба святых молитв. Патриарх Тихон, я уверен, он даже нуждался в этой встрече, нуждался в этом молитвенном общении, в поддержке. Как бы перед страданием, одного перед крестными страданиями патриаршего креста, а другого уже смещение. Это тоже, знаете, какая боль. Также, да, безусловно, конечно, смещение, желание трудиться, служить народу Божию, а тут смещение. Просто Господь действительно тысячи лет возделывал эту небу под названием Русь. Святая Русь. Стремление, чтобы Русь принесла свой плод, плод святости. А потом просто наступило время сбора урожая. А мы, наверное, живем во время уже как бы вот такого, уже до урожая, когда, то есть уже дополнительного урожая. Это благополучное время, оно ненадолго нам дано. И к нам относиться хорошо никогда не будет. Потому что в Евангелии об этом написано. Господь как говорит? Как меня изгнали, так и вас будут гнать. Поэтому, понимаете, нам здесь на что надеяться? Нам только вот Христа бы не потерять. Поэтому церковь и предлагает духовным чадам церкви объединяться и укрепляться, а мир разделять, чтобы властвовать. А церковь объединиться, чтобы возродить Отечество.